Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлом эпизоде мы словили себе Мачопа, он был 12 уровень, и за один эпизод мы прокачали ему 28 уровней. Как я уже говорил, я себе поставил трейд-машину, уже со второго компьютера зашел, попередавал покемона, и вот, Мачок эволюционировал в Мачампа, Хантер эволюционировал в Генгара и Кадабра в Алаказама. Две ложки. И сейчас я их поставлю уже в компьютер, так как не вижу смысла их таскать с собой, так как они уже прокачаны до максимума. Ставим Алаказам, Генгар и Мачам. И забираем Слоупока. Забираем, может еще Иви и... Или Иви пока что нет, да. Если так считать, у нас есть уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 покемонов. И моя цель это 30 покемонов. Ну что ж, пойдем искать дальше. Как видите, я себе уже столько яблочек нафармил, что это капут. Вот. Сколько у меня тут дерева и этих фишек с дерева. Вот поляну какую там скосил. Я себе 5 или 6 или 7 топоров там сделал. Набил себе немножко, и чтобы хватило прокачать покемонов. Ну пойдем искать кого-то, не знаю. Я хочу сейчас найти себе обычного покемона Катерпи или Видл. Ну, просто, чтобы прокачать. Чтобы... О, вот как раз Катерпи. О, вот такой маленький. Так, иди сюда. Сейчас его фиг словишь. А, вот, слови. Просто, чтобы... Ну, как бы прокачать, чтобы он у меня был. Если у нас сейчас 12 покемонов есть, с этим уже будет 13. Когда его прокачаем... Сейчас Катерпи, потом Метапод и потом Баттерфри, да, Баттерфри. И я там, кстати, уже выложил сборку с 25 эпизода. Не знаю, у меня просто одна проблема есть, когда запускаешь Майнкрафт, то он не запускается, например, там с одного, с двух кликов. Например, просто нажал два раза мышку, и он запустился. Нужно где-то раз 10 понажимать, позапускать Майнкрафт, чтобы он запустился. Не знаю, что это такое, ну, думаю, ничего страшного. Да чё ты не ловишься? Да у меня и покемонов таких нету, чтобы тебя не убить, а немножко ударить. И уже ультраболов почти нету. Во-во-во-во-во, словил наконец-то. Нормально. Идем дальше. Ну, я не знаю, мне, например, в прошлом эпизоде там уже несколько человек писало, ну, может, не несколько, один точно я не помню, что уже можно заканчивать вот летсплей с этим модом, пикселмоном, и начинать с каким-то другим модом. Ну, не знаю, ну, лично для меня, как я говорил, цель 30 покемонов. Неважно каких, чтобы мне более-менее нравились. И если повезет, один редкий, один легендарный покемон, не редкий. Но это я гарантировать не могу, потому что это очень сложно его найти. Так как, ну, думаю, вы сами понимаете, легендарный покемон. Ну, 30 обычных покемонов, это 100% должно быть. И прокачанных. И тогда уже можно начинать новый, как бы. Ну, потом посмотрим, да. Ну,
Я постараюсь нормально, так достаточно быстро ловить покемонов и прокачивать, так как, считайте, сейчас у меня уже есть 12 покемонов. Вот остался Иви, чтобы его прокачать, как бы, вот этот Иви, сколько у него уже есть. Ну, еще немножко осталось. Где-то 30-40 вот тех поинтов, чтобы его прокачать. И потом... Ну, его прокачаем, и уже будет 13-й покемон. Потом у меня есть еще один Иви. Его прокачаем, и он уже будет покемон как бы листвы. И это уже будет 14-й покемон. Вот Катерпи будет 15-й. Вроде, да. Потом просто будем смотреть и ловить остальных покемонов. Ну, я говорю, я сейчас буду стараться как можно быстрее ловить покемонов. И прокачивать их. Но если вы хотите, уже сейчас, вы можете писать уже, как бы, предложение модов, которые вы хотите, чтобы я играл в следующем сезоне, можно и так сказать. И да, можете писать. Так, я слышал голос Одиша вроде. Или мне послышалось? Ну вот, Иви. Не знаю, может послышалось. Ну да, можете писать, с какими модами вы уже хотите, чтобы я потом играл. Там, например, не знаю какие. Можете писать, я просто потом посмотрю, какие нормальные, какие нет. Ну, я думаю, что в следующем сезоне уже будут вот такие моды, не вот такие, как сейчас, например, вот этот Пикселмон, в которых нет монстров, а просто качаешь своих покемонов. Нет. Такие уже, ну, обычные. Там Таункрафт или Divine RPG, или еще сочетание пару других модов. Потом нужно посмотреть. Так, да, я слышал где-то Одиша, или мне тогда показалось, но не знаю. Ну, если найти Одиша, это прикольно будет, еще один покемон, потом его прокачаем. Он, конечно, такой мелкий, что его хрен заметишь. Так. Там Гровлит. Кстати, да, можно еще поймать одного покемона, любого покемона огня. Так как у меня валяется в сундуке один камень огня, который я вообще не использую, да, и покемонов у меня нету таких, чтобы использовать. И поэтому можно словить такого обычного любого покемона, и чтобы просто его напросто прокачать. Да. Primeape. Не знаю. Можно просто прокачать. Вот, Caterpie. Слоупок. Да, Слоупоку я еще не знаю, сколько там уровней осталось, чтобы он превратился в Слоубро. Вроде 3, если я не ошибаюсь, не знаю. Посмотрим. Да ну нафиг. Да ты с одного моба уже... какого нафиг моба? Да ты с одного... покемона... Уже из Катерпи превратился в Баттерфри? Да ну нафиг, да... Только 10 уровней тебе нужно, чтобы прокачать все свои эволюции? Капут. Он был, Катерпи был 2-й уровень, сейчас Баттерфри уже 12-й уровень. Да. Ну нормально, можно считать плюс один покемон. Так, что-то я Одиша не найду. Ну, хотя я его слышал, или мне еще раз говорю, показалось, не знаю. Фиг его знает. Ну ладно, пойдем туда, вперед. Ну, все, если считать с этим покемоном Баттерфри, то бишь у меня уже 13 прокачанных покемонов, да.
Вот, Иви там еще немножко осталось. Где-то 24, да. Или 14, не знаю. Так, упал. И идем искать дальше нормальных покемонов. Да, покушать. Так, идем дальше. Идем. Хотя в джунглях не так уж и можно найти каких-то нормальных покемонов. Не знаю почему. Но я хочу сейчас, вот моя цель именно в данный момент, это найти Одиша. Не знаю почему, но если сейчас не повезет, то в следующий раз пойду в другие джунгли, да. Ну да, тут никого нету. Вообще никого нету. Тренеравы, какие уровни? Вот, 25-й. Ну пусть будет Butterfree, Slowpoke. И Kabutops пусть будет. И валим этого Сайтера, или как он называется. Ну, чё, его конфузил или чё? А, нет. Ого, Шаризард у него есть. Да, с одного удара. Так, Слоупок 34 уровень. Баттерфри 15. Да, что-то нету вообще покемонов. Когда нужно, то миллионы вот тут всяких шастаются в джунглях. Когда нужно, вообще нет. Так, ладно, пойдем туда, вглубь джунгля, потом и что-то на начале бегаем. Так, Иви забыл вызвать. Сюда. Я не знаю, Одиш это вроде первая эволюция, вторая Венонат, или я не знаю, если честно, даже. Венонат или как-то так, да. Не знаю. Нету, нет, никого вообще. Ну да, ночь на дворе, так что как-то и неудивительно, что нету. Главное, чтобы Иви не получил 200 или... Я его лучше зазову обратно, потому что если он получит вот то максимальное количество поинтов, которые ему нужно, чтобы эволюционировать в ту свою стадию. Ну, вот того физического покемона, если он получит вот те самые очки ночью, то он превратится не в физического покемона, а в покемона Dark, тьмы типа. Поэтому лучше его ночью за собой даже и не водить. Да, что-то там стукают на улице. Я думаю, вы это не слышите или слышите. Если да, то просто не обращайте внимания. Ну, сколько у тебя уже этих покемонов?
Да, все, закончились. Так, слоубок 35 уровень. Я так думаю, еще один уровень. И он будет слоубро. Может, я ошибаюсь или нет, но не знаю. Так, ладно, идем дальше. Или... Подождите, я что-то заблудился. Так. Я вот тут был. Ладно. Идем сюда, пусть будет. Так. Одиш, Одиш, ты где? Нету. Нету, нету, нету. О, эти прикольные покемоны такие. Как ты? Випинбелл. Ну, не знаю, ловить его или нет. Я думаю, пока что нет. Тогда бежим дальше. Что-то вообще как-то трудно найти того покемона, хоть он и не редкий. Одиш. Не знаю. Что-то вообще покемонов нет. Никаких. Ладно. Бежим тогда дальше. Внизу нету, никого нет. Ну, думаю, что в этих джунглях мы фиг что-то найдем, не знаю почему. Мне так кажется. В следующий раз пойду в вот те джунгли, которые находятся прямо за моим домом. Может, там найду. Еще словлю видло. Вторая стадия вроде какуна, или как она называется. Третья бедрила. Как-то так, не знаю. Кстати, я ее там видел. Ну, не буду ее ловить сразу во второй стадии, потому что, ну, просто-напросто не вижу смысла. А так словишь ее в первой стадии, потом просто-напросто будешь качать. Да, покемонов что-то вообще нету. Ладно, тогда думаю, сейчас пойду домой, сделаю еще пару рар кэнди, чтобы уже докачать слоупока. Да. Так, уже открытый, домой. И... Идем поспим. Вот, это забыл. А, у меня уже есть 22 яблока. И вот это. Так. Сюда, сюда, и сюда, да. Идем. Вызываем слоупока. А, нет. Неужели он тоже превращается... А, нет, вот-вот-вот. Я уже думал, он тоже превращается, когда его обмениваешь в трейд-машине. А, нет, не так. Вот наш слоубро. Все. Этого мы прокачали. Запихиваем обратно. Этого сюда. Баттерфри сюда. То бишь... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, так, у нас сейчас 12 покемонов, когда прокачаем Иви, будет уже 13, да. Ну что ж, вызовем Шаризарда. Так. Взлетай уже.
ну еще раз бегаю вот в те джунгли, которые вот там были. Может, еще минутку там полазаю, если найду что-то. Нет, нет, так. Можно уже и заканчивать. Так вообще не видно, я так думаю, будет. Не знаю. Ну да, Одис же маленький покемон, небольшой, так как его не так уж и легко найти. Только из-за его размеров. Ладно, тогда остановись. Короче, еще пробежусь вот туда, не знаю. Вот сюда. В следующем эпизоде пойду, попытаюсь найти видла. Такого червячка маленького. И попытаюсь найти вот этого самого Одиша, чтобы его прокачать. Ну, пойду еще туда вперед немножко. И уже, думаю, прокачаем вот Беллспроут. Уже, думаю, прокачаем покемона. Ну, того, нашего Иви, да. Постараемся хотя бы прокачать. И уже будет 14 покемонов. Нет, 13. Если прокачаем видло, уже будет 14. Да. Да, короче, нету вообще нифига в этих джунглях тут. Вообще никаких покемонов нету. А вот это, кстати, прикольный покемон. Не знаю, как он называется. Пинсер, да. Так и называется. Да. О, вот, еще один такой прикольный покемон. Сайтер, вроде. Так он называется. Так, иди сюда, не убегай. Да, Сайтер. Так. А, не-не-не. Опять послышалось какой-то голос покемона. А это вот этот был, Сайдер. Ну чё, вообще никаких покемонов нету толковых? Да, я так понял, что нету и не будет. Что не найдем. Да, ну вот того... Катерпи мы очень быстро как-то прокачали к своей максимальной эволюции. Он же был второй уровень. Убили одного покемона. Вот того. Праймейпа, он был 25 уровень. И сразу пум-пум-пум ему накинуло 10 уровней. И он сразу прокачался к своей максимальной эволюции. Стадии. Капу. На 12 уровне он уже прокачанный. Ну ладно. Нам же лучше плюс один покемон, можно сказать. Я же его прокачал, так оно и получается. Да. Что-то вообще никого не нахожу. Если вот я не могу найти... Не появляется обычный покемон, такой как Одиш или еще какой-то, который обитает вот в джунглях. Как мне найти тогда редкого покемона, легендарного покемона, вот того же Мью, который спавнится в джунглях? Фиг его знает. Да, короче, нету тут никаких покемонов. И думаю, что и не найду уже, так что просто-напросто даже и нету смысла больше продолжать тут бегать. Поэтому, не знаю, думаю, уже можно заканчивать этот эпизод. В следующем эпизоде, как я говорил, думаю, уже себе наделаю там еще парочку Rare Candy. Штук так, не знаю, сколько, 20-30, чтобы прокачать покемона. Уже вот выпущу Иви, чтобы он бегал за нами. И уже в следующем эпизоде
он уже эволюционирует в следующую свою стадию, ну, не в следующую, а в физическую форму, да. И все, думаю, все. Так как, еще раз скажу, нету смысла бегать. Еще раз скажу, что можете писать, с какими модами вы бы хотели, чтобы я играл. Потом, в следующем сезоне, можно сказать, когда закончу вот этот. Я говорю, я не знаю, буду я или так делать, что моя цель 30 обычных прокачанных покемонов и один легендарный покемон. Так как легендарного, я думаю, фиг я найду. Если уж очень-очень-очень-очень-очень повезет, и то, думаю, вряд ли. Ну, 30 покемонов, думаю, будет как раз нормально. Так как, да, 12 у нас уже есть, скоро будет 13, потом 14, и да, и все. И потом, думаю, уже будем смотреть, что да как. И все, думаю, да, на этом можно заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!